Сейчас на территории национального парка насчитывается 29 объектов со статусом «особо охраняемая природная территория» регионального значения. В течение 3 дней будут уточняться координаты их территории и функциональные зоны, в которых они расположены. В случае несоответствия с охранными требованиями границы объектов будут корректироваться. Я рад тому, что сегодня собрались те именно специалисты, которые знают эту тему, которые понимают, что такое кадастрирование, законное, это не правовую базу, мнение национального парка, мнение заказчика на выполнение этих работ. Эксперты рассмотрели не только перспективы развития особо охраняемых природных территорий национального парка, но и памятников природы местного значения. Частично будет определен механизм, по которому будут проходить изменения в их статусе. Решено, что в первую очередь будут учтены интересы жителей города, специалистов нацпарка и природоохранных организаций.